В Армении возбуждено более 2000 уголовных дел в связи с 44-дневной войной. 5 дел возбуждено по обвинению в государственной измене. Как передает армия АС, об этом сообщается в репортаже общественного телевидения Армении. В суд направлено около 80 дел. Предметом расследования в рамках дел являются командование оккупационными войсками на направлениях Джабраила, Городиза, Гадрута, обстоятельства продвижения вооруженных сил Азербайджана в направлении Шуша, освобождение им населенных пунктов, а также данные, полученные от родителей погибших и пропавших без вести армянских оккупантов. Как сообщил начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за следствием по делам о преступлениях против воинской службы, Аршак Мартиросян, в качестве обвиняемых привлечено более 800 человек. В их числе бывший начальник управления Генштаба Вооруженных сил, экс-замглавы Генштаба, бывший командир оккупационной дивизии в Карабахе, более 10 командиров воинских частей, а также заместители командиров частей, командиры батальонов, дивизионов и рот. Отмечается, что по части их указанных дел уже вынесены обвинительные приговоры. Из указанных 5 уголовных дел относительно случаев госизмены, совершенных в ходе войны, и после нее 2 дела уже находятся в суде. Остальные 3 дела находятся на этапе расследования. В качестве обвиняемых привлечено 38 человек, 9 из них находятся под арестом. Кроме того, расследуется 219 уголовных дел относительно незаконной перевозки оружия в Армению в ходе войны и после нее. В рамках дел изъяты в основном автоматы, пулеметы, пистолеты, оружие с оптическими устройствами, противотанковые гранатометы, а также различные боеприпасы. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.